Всем привет, ребят. Опять решил допилить вам видосик. Новые изменения, которые еще есть по поводу титулов. Дали нам плюшки за силу до 42 тысяч, по-моему. Сейчас посмотрим, покажу вам плюшки. Также разобрался с рунами, что надо будет. Очень интересная будет система по поводу рун. И действительно, у нас будут руны 6 левела. Сейчас это тоже вам покажу. Ну, давайте начнем вот с этого. Титулы наши отображаются вот так, да, я показывал. Даются ежедневки здесь. Смотрим, что именно показывается. Шкала уже есть. Показывается, на каком уровне что открывается. Тоже удобно. То есть сундучки эти показывают, сколько плюшек вы получаете. Дальше, начиная с 2000 силы, появляются вот такие вот подарки. И вы можете их забирать. Забрать. Забрали. В этом за 2000 дают вам книги, значки почета, карты и одну карту. Считаю, отличный бонус. Так, дальше следующий у нас идет бонус на 4000. Что он дает? Карты, 5 яиц. Забрали. Дальше смотрим. Следующий бонус за 7 дают уже фиолетовые яйца, 5 молоточки, уже 600 самоцветов он стоит, странно, за самики, придется самики копить, карту дают опять же, забираем, смотрим дальше, так, тут уже открываем, тут удобно, что видно на каком уровне, что у вас будет открываться, то есть на какой прокачке. Следующий у нас бонус на 11 тысяч дают уже ремочку, ремочку оживу. Забираем. Тоже 600. Так, на 16 тысяч следующий наборчик. Молоточки, карта. Тоже забираем. Тоже 600. Так. Вот, утекание уже дают. 24 тысячи силы. Следующий 32. Коробочка, слизнячки, топовые книжечки. Еще одна карта. Отлично. Забрали. Ну и 42 тысячи дают уже руны, камни аугментации и 20 сундучков. Все. Дальше у нас пока ничего не открыто. Титулы увеличили. Тоже уже говорил. Интересно, что будет дальше. Судя по всему, тут будет жесть полная. Ну, это такое. Самое основное сейчас я вам покажу по поводу рун. Я показывал, что руны можно делать. Смотрим. Дальше этот весь прикол. Так, забираем, давайте снять. Я уже немножко разобрался. Но некраси у меня уже тоже тут стоит. Итак, менюшка. Это обычное наше объединение рун там до 5. А дальше идет уже здесь. Следующее, давайте так по очереди. Тут у нас можно соединить их, получить рандомно. А тут у нас идет объединение именно сета. То есть мы получаем сет, у которого будут дополнительные функции. Вот если взять ремочку, вот ремочка моя есть. Оно не требует ресурсов. Сори, ребят. Очень много говорил, закашлялся. Идет объединение полностью всего сета, всех 4 слотов в одну. В соответствии чего вы имеете немножко небольшое усиление там на 60, на 70 атаки и плюс 1000 жизни. Объединить. У вас объединяется в один слот, в пятый сет, скажем так. Его здесь не отображает. То же самое можно сделать с этими, объединить. По сути, экономия места, причем конкретная экономия места, чего очень требовалось, и они это сделали, за это им большой плюсик. Дальше, смотрим дальше. Я уже объединил там сет психощита, ремку, и вот этих два, которые объединил, там четвертые сеты. У нас идет небольшое усиление бесплатно. Что же дальше, ребят? Если взять, можно сделать тут вот опять же объединить, и будет там пятый сетик этот, уже новый такой, да, то есть дополнительно, это, грубо говоря, у вас дополнительный какой-то сет. Какие он дает параметры, пока, к сожалению, не видно. То есть можно сделать пятерку, но смотрите, что дальше. Психощит я не могу объединить, ремку не могу. То же самое будет с коркой, с любым талантиком, у которого максимальная там прокачка пятая, да, допустим. То есть дальше он уже не пойдет, там приговор, там без разницы. То есть такие у нас руны.
Но смотрите дальше, что оп, за 2 пятых сета плюс какой-то камень, он требует прокачки с пятерку на шестерку, вы получаете шестой сет. То, о чем и говорилось, ребят, у нас будет шестой сет. Не знаю, возможно, у нас будет и седьмой сет, это мы уже узнаем на основе, и когда я смогу, возможно, будут восьмые, хрен его. Ну, это, скорее всего, что будет именно так, но пока вот нужен какой-то камень, неизвестно, где его брать, но похож на руну, скорее всего, он будет либо за донат, либо где-то можно будет его выбить, но он нужен. То есть за два сетика вы получаете и 96 тысяч красных кристаллов, плюс этот камень, вы получаете шестой сет. Какие параметры? Параметры будут, скорее всего, такие же, как, ну, не скорее всего, а такие, как у прокачки таланта на шестерку. Но еще в чем прикол будет, то что будет усиление самых статов, то есть будет усиление базовой атаки. Это очень круто. И я не знаю, что будет дальше, но для обычных игроков это вообще будет нереально. Там для некоторых рун да, но для топовых рун это просто, ну, просто жесть, ребят. Ну, не знаю. В принципе, обнова интересная довольно-таки по контенту. Там есть вариантов много разных. Но, блин, новый донатный герой — это однозначно минус, это однозначно дисбаланс очередной. Новые шестые сеты, дисбаланс. Удобство, интерфейс, то, что у нас убрали количество слотов. Но это многим и так не грозило. Смотрите дальше, что у нас вот здесь одеваются обычные наши сеты. Уже обычно, как видите, каждый раз надо вот это вот жмякать, придется каждый раз на каждую руну ставить ее. Раньше было раз, нажал. Есть, поставили. Вторая вкладочка, второй слот, ставим психощит. Поставили психощит, переходим, у нас руны пропали. То есть они не объединяются. Я думал, если они будут объединяться, это просто будет жесть. Это полная жесть будет. Но, как видите, они не объединяются. Но это дополнительно вы можете ставить сюда шестерки. Плюс меньше слотов. Не надо 4 слота. Один просто поставили, он дает те же самые параметры. В этом как бы плюс. Вы их объединяете бесплатно. То есть там не требуются ресурсы. В этом как бы тоже плюс. Но вот то, что они как бы взаимозаменяемости нету, можно было просто поставить галочку там, использовать другие руны там, либо перевернуть как талантик. Возможно, это изменят скоро, но я надеюсь, что это так будет, потому что вот это вот тыкать неудобно. Но удобно то, что одну поставил и все, и ты не паришься. Но было бы неплохо, чтобы была активация, то есть сюда закинул там четверки, допустим, либо ненужные руны первые. То есть в этом плюс, однозначно плюс. А так, ну не знаю, уже пишите в комменты, как вам обнова, бомбите. Ну блин, реально жесть. Давайте теперь посмотрим, что там мы по плюшках получили. Где эти наши сундуки? Что нам дали? Надеюсь, вечером нам добавят акции с новым героем. Так, где эти сетики? Так. Второй сет всего лишь, и первый сет. Печально все, очень печально. Добавили нам карт. Ну, не знаю, такое себе, ребят. Честно говоря, там особо ничего интересного по сути нет. Ну, а так, в принципе, как обычно. Так, ну, новый герой, конечно, хорош будет. Там будет просто жесть. Сейчас еще на него посмотрим. Судя по статам, вот сейчас интересно будет сравнить его. Так. И Некроса, например. Вот у нас Некрос 86, 4900, 1300. И смотрим нового героя. Новый дракончик. Ну вот где ты? Уже где-то пропустили его. Вот он. 4800, чуть-чуть меньше атаки, больше жизни. Но все точно так же. Но опять же, скорее всего, две цели. Возможно, две цели. Вот. Возможно, он будет по радиусу бить. Или на протяжении 2 секунд, каждые 0,2 секунды. 50%.
То, что у него будет дикий урон, это однозначно. Ограничение какое-то 3000, непонятно. Ну, в общем, ребят, это очередной донатный герой, летающий, скорее всего, как и все драконы. Ну, я не знаю, я, честно говоря, от этого всего немножко в ахуе. Потому что все меняется с одной стороны в другую. Сейчас можно будет ковать опять пятые, шестые сеты делать, усиление делать. Хорошо, что хотя бы в судьбу там запихнули уже синь-зелень. Меньше надо будет ресурсов на прокачку для простых игроков. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. Бомбите по поводу обновления. Всем пока.